Вы смотрите программу Kinder Life. С вами сегодня я, Петр. Сегодня я расскажу вам об уникальном месте отдыха и развлечений под Киевом. Наша программа о парке Киевская Русь. Парк Киевская Русь – это единственное и неповторимое в истории человечества воспроизведение и строительство одного из самых известных и в то же время наиболее загадочного средневекового города Восточной Европы – Древнего Киева 5-13 веков, столицы Великой Средневековой Империи – Киевская Русь. Парк воссоздает центр Древнего Киева, периода Киевской Руси с древними традициями и формами отдыха и развлечений. На территории парка можно осмотреть экспозиции осадной техники, реконструкции боевой ладьи 9-11 веков «Князь Владимир». Интересно посетить также музей исторического костюма. Проводятся турниры по историческому фехтованию, лучные турниры и турниры по верховой стрельбе из лука. Каждый год в парке проводятся фестивали культуры и искусств, экскурсии, игровые программы и конкурсы. Фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры», международный турнир по историческому фехтованию «Витязь киевского дитинца», международный лучный турнир «Лучники древнего Киева», чемпионат Украины по историческому средневековому фехтованию «Зов героев», конкурс красоты и таланта «Мисс Киевская Русь». На территории парка проводятся мастер-классы по стрельбе из лука и требушета, по фехтованию средневековым оружием. Посетители встречают в парке Новый год и Рождество, провожают зиму, отмечая Масленицу. Прямо в парке можно научиться гончарному делу, росписи по стеклу и керамике, созданию кукол мотанов, кузнечному делу и славянской каллиграфии. Расположен 34 километров от Киева, в селе Копачев Обуховского района. Доехать до парка можно на специальном маршрутном микроавтобусе от киевской станции метро Выдубичи. Календарь событий и карта проезда до парка «Киевская Русь» для всех желающих размещена на веб-сайте парка. Чи так і стоїть, що й сіпати вонька, сподобалась мені, та
моя девчинонька. Yeah.